Такие овердрайвы у всех непредсказуемые, вы... Господи, господи, подписчики обещают лайки свои поставить. Быстро, 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 ну! Так, ребята, у нас с вами золотой ящик, это начало ЗЛПшки. Обязательно ставьте, пожалуйста, свои лайки, потому что это новый уникальный режим, где мы все катаемся на джаггернаутах, и у нас двойной... Это контейнер, блин, а можно я сразу сходу в начале ЗЛПшки возьму контейнер, а подписчики обещают лайки свои поставить? Быстро, 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 ну! Есть! Взял, 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 ребята, просто взял и отжал. Все, ребят, с вас лайки. Золотой очередной, где... А, увидел, увидел, увидел точку. Блин, я, кстати, сейчас играю уже в этом режиме, и что-то я вам скажу, как говорится, сложновато здесь ящики брать, прям очень-очень сложновастенько. А если я, как говорится, вот так... Ой-ой-ой, вот это я, как говорится, лезгинку мульт. Голдик непростой, карта сейчас... О, увидел точку голда. Блин, чуваки с овердрайвами на джаггернаутах, это, конечно, страшная сила. Вот просто, ребята, отвечаю, очень и очень. Давайте законопать там все себя. Пощелец. Перелетел, дядь! Хорюсь. Отжал, ребята, очередной золотой. Ну, это хорошечно, на самом деле. Можно поздравить меня. Его, естественно, меня. О, ну у нас было два голда, а я что-то не заметил. Че, один золотой. Это у нас будет голдик непростой. Блин, ну, я не знаю, успею до него или нет. Если, в принципе, я возьму, это просто супер-дупер MLG скилл кватро гиперсу. Ой, хорош, хорошечно. Такой, знаете, простенький, лайтовый, хороший золотой ящик, который заслуживает вашего лайка. И какой же пароль? SKOROBUBET. Короче, скоро будет сброшен золотой ящик. Вижу, пацаны, точку, поэтому погнали. Еще один золотой. А может, на тот не поедем золотой ящик? Мы сразу, как говорится, ребят, мы с вами другой будем искать. Наверное, так и сделаю, потому что там я не успеваю. А здесь золотой ящик у нас, как говорится, расположился. Привет, котлетки, я за своим голдом пришел. Никого оверки нету. Так, чувак, оверку у нас потратил. Ну-ка, пошли отсюда все в попочку. А я у нас забираю просто изичный золотой бег ящик чебурек. И переходим к следующему голду. Двойной, пацаны, голдик. И будут они у нас, хрен пойми где, ни одного не нашел. А, вижу уже один, вижу. Это мостик, прыгать с моста. Хорошо, ребят, хорошо, что вы оверки свои тратите. Очень прям very good, very nice. Пошли отсюда. Блин, ну, может быть, я возьму. Никто не прыгайте, пожалуйста, пожалуйста. Есть. Вот, вот такие голды я люблю. Они, конечно, у нас не эпичные, но, тем не менее, имеют место быть. Поэтому как-то так. О, ребята, это ж два голда. Ладно, давай, братан. А, это три голда? Серьезно? О, неплохо. Вот это, как говорится, хорошо. Единственное, что непривычно, кстати, ребята, по этим голдам, что они падают где-то сбоку. Вот эта оповещалка, надпись и как-то... Да ты что ты будешь делать, застранец такой? Так, ну-ка, пошли отсюда. Есть. Вот это я понимаю. Вот это, ребят, хорошо. Вот это просто отличненько было. Так, а где у нас еще один золотой ящик? А, его взяли уже, блин. Ну, такое себе, конечно, не успел. Может, было два голда отжать, но, тем не менее, тоже довольно-таки неплохо. Тосе и голдик. Где? Вижу. Блин, кстати, да, здесь у нас этот режим уже немножко начинает мне надоедать. Не знаю почему. Но, во-первых, как бы однообразие, вооружение не снимешь, но тем не менее, это веселый и интересный джаггернаут, которым можно у нас повеселиться. Домой. Которым можно, ребят, повеселиться и позабирать золотые ящики. Но, как говорится, уже немножко поднадоедает мне эта тема. Что ж вы такие злые-то неугомонные? Голдик, ребята, очередной. Я уже пришел немножко на другой аккаунтик. Блин, не знаю. Ну, на самом деле, я даже не знаю, с какого фрагмента я эту тему вставлю. Но, блин, я думал, на мелких звонках будет как-то попроще забирать золотые. Но здесь такие овердрайвы у всех непредсказуемые. Господи! Так, очередной голдик. Не досказал в прошлом фрагменте. Не знаю, я уже просто повторяю это в пятый раз. Голд не могу никак взять. Вот, то что здесь у нас какие-то все челики максимально непредсказуемые. Двойной, кстати, золотой. Типа, если на легендах на больших звонках ты играешь, в принципе, знаешь, как чуваки юзают оверку и как-то можно уже более-менее сообразить, то здесь вообще происходит какая-то чертовщинская. Так, один золотой ящик у меня имеется. Еще у нас, кстати, ребята, третий голдик падает. О, вот так мне нравится. Не, ну, в принципе, я здесь должен взять.
Но единственный плюс мелких званий заключается в том, что они очень много точек не замечают. Если на больших званках абсолютно на каждой точке есть челики, то здесь можно покрутить вот такие вот паркур моменты и забрать очередной золотой ящик. Ну, нормально, пацаны, давайте, отъезжайте, отлетайте, а я вон погнал ловить следующие голды. Голда, как говорится, очередная. Блин, вот не люблю карту Ёршик, но, ребята, в Джаггернаут режиме на этой карте проще всего брать золотые ящики. Во-первых, как бы есть подъемчики, которые не юзают почему-то на взятие этого голда. И есть вот такие вот точки шикарные, где просто никого нету. Просто смотрите, пацаны, стоим, понтуемся и, как говорится, забираем этот золотой бег-чебуречный ящик. Вот так. Блин, господи, только похвалился в предыдущем фрагменте, и сейчас уже очень долгое время не могу взять голды. Челики максимально непредсказуемые. Едешь, там оверку еще не надо юзать, челики ее уже начинают какого-то хрена юзать. Что-то... А где? Я понял, где! Да? Да! Угадал! Ой, вот это вот тема хорошая. Вот эта тема отличная. Никто оверку не заюзал. Я, как говорится, забрал у нас золотой ящик. Не день, а сказка. Берем. Просто, ребята, напросто берем. Дабл голдик. И это будет... Я вижу одну точку. И здесь точки нету. Печально, грустно. Я, скорее всего, буду прыгать как раз-таки снизу. Вот про эту, ребят, позицию я вам говорил, что ее на таких звонках практически никто не юзает. Типа, здесь же можно просто вот таким вот образом нехитрым взять. Опа! И зап... Эй, ты что меня подняла, дружище, ты что такое творишь, что такое делаешь? Так, пацаны, еще у нас очередной голдик, был бы шикарный. Это контейнер. Так, умрите все. Даблшот. Мамани, пацаны, и отжали еще контейнер. Вот это я понимаю, вот это просто, ребята, я понимаю, жесткий скилл ноги. Полюбил я у нас ловить голды на ёршике, потому что, ну серьезно, эта карта самая лучшая. Хотя я уже понимаю, что в ЗЛПшке желательно бы какой-то интересный и разнообразный контент, хотя бы карты менять, а может мне краску поменять. Ну, что-то в жизни нужно же, ребят, менять, правильно? Домой, эй, воу, ой, тихо, хорош. Я уж думал, я не отожму этот золотой ящик, не убиваю, ахаха, кек. А вот так, братан, бывает, как говорится, смеется тот, кто взял. Так, короче, карта, ребята, у нас поменялась, но фрагмент я уже не знаю какой, пытаюсь на этой карте записать. И надеюсь, хотя бы этот золотой ящик я у нас отожму, потому что, ну, что-то как-то у меня не выходит. Либо я уже немножечко подустал, либо, как говорится, нужно менять какую-то тактику и действовать здесь максимально нелогично. Либо вот так вот просто распихал по лайту всех, отжал, все оверки прожали. И я, как говорится, на изи-пизи забрал у нас золотой ящик. Вот такие голды я у нас люблю. Спокойный, без лишней летучести. Так, еще у нас, ребята, один голдик на карте Мегастрейд. Двойной, зато ты шо, вот это нормально. А может быть, какой-то из них контейнер будет? Что-то контейнеры у нас как такое себе падают. Многие, кстати, ребят, фрагменты у нас не попадают за ЛПшку. Вот, поэтому контейнеров у нас мега-мега мало. Пытаюсь что-то для вас такое сделать. Хотя вчера контейнеры падали просто вообще отличненько. Так, давай, забираю мой золотой ящик. Найн! Фу, я уж думал, что не заберу. Типа, я немножко там по геморному прыгнул на этот голдик и, типа, думал, не отожму. Ох ты, боже ты мой, что такое происходит, а? Так, поменял я красочку, и для вас, наверное, кажется, что это просто следующий фрагментик. Но я уже записываю такой фрагмент, раз, наверное, седьмой. И раз седьмой, мне не получается взять голдик. Надеюсь, братан, хотя бы ты у нас возьмешься, потому что реально, что-то уже начинает подбешивать. Так, раз как была у нас немного поудачнее, эта красочка пощел... Я думал, этот фрагмент у нас просто запоролся. А я куда? 5 минут полет нормальный. Так, ну и, ребят, под финалочку у нас нужно придумать что-то жесткое. Как-то взять у нас по-особенному золотой ящик. Хотел бы я так сказать, но нет. Это у нас будет последний голдик. Не знаю, возьму я его или нет. Но, как говорится, фрагментик последний. Значит, голдик, ребят, у нас тоже будет последний. Так, пощель, отошел. Да еще и взял последний голдик, да ты шо. Ребят, надеюсь, что данная ЗЛПшка вам понравилась. Вы уже разгрузили свой лайк, подписались на канал и, естественно, написали какой-нибудь положительный, либо негативный комментарий. Мне любой будет комментарий интересно почитать, что вы думаете. С вами был Вайдер, всем пока-пока.